Привет, представься. Здравствуйте, Саркисян Айкас. Какая команда? Наполи. Как сегодняшний матч? Матч отличный. Команда соперника тоже отлично сыграла матч. Но наши тоже молодцы. Будем дальше работать. Как думаешь, чего не хватило? Не хватило характера, честно сказать. Характера. Мы не прессинговали, вот этого не хватало. Над этим поработаем на тренировке. Следующий матч выступим лучше. Домашние заготовки какие-то сегодня были? Домашних заготовок так-то не было. Сыграть в пас на своей половине поля, атаковать на контр. А судейство как сработало сегодня? Судейство сработало отлично. Моментами не видел судья, но что он может сделать? Один нормально. Ну тогда удачи вам в дальнейших играх и спасибо. Все, спасибо большое. До свидания.